Тяжелая игра была, и нам нужна была победа, как воздух, и команде Чарада. В целом очень хорошая команда, я даже удивляюсь, как они внизу идут. Ну, не знаю, сегодня за счет характера мы вылезли, нас накачало руководство, нас накачал тренер, то что сегодня надо уже, нам просто не вариант было не выигрывать. За счет этого и выиграли, за счет настроя и характера, чего нам не хватало в прошлых играх. Ну, безусловно, Арсен, я не зря сказал, герой матча, очень много ключевых эпизодов, в которых ты был главным героем, спас эту игру, можно сказать. Без ложной скромности, как готовились, как изучали команду, и вообще вспомнить хоть один эпизод с твоим участием, скажем, с твоим выручи. Ну, я бы не сказал, что он прям что-то нереальное делал, но просто все, что должен был, все брал. Ну, конкретно под Чараду мы никак не готовились. Просто решили от себя играть, от своего настроя. И, ну, я не могу не отметить тоже наших всех игроков, которые помогали мне сыграть на ноль, которые все под мяч бросались, там, не жалея ни себя, ни противников, так нашим защитникам и всей команде, защитники в частности, хочу сказать, ну, спасибо, то, что вот так вот все отыграли хорошо. Да, как последний матч в этом сезоне, вот завтра улетаю уже. Хотелось выиграть, хоть принести пользу какой-то команде, а то тут подряд проигрывали столько раз. Ну, как-то с особым настроем, можно сказать, вышел на эту игру.